Дорогие слушатели, сейчас я хотел бы вам представить несколько текстов, в которых содержится свидетельство Писаний о том, что у Бога есть родной Сын. Итак, в Писаниях Ветхого и Нового Заветов сообщается эта великая истина о том, что у Бога есть родной Божественный Сын. И первый текст, который я вам хочу представить, записан в книге Притчей, 30 глава, 4 стих. «Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригоршни свои, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, если знаешь». Итак, четвертый стих сообщает нам, что у планеты Земли и всей Вселенной есть Творец. У Творца есть имя. Также у Творца есть Сын, и у этого Сына также есть имя. Вот эти вот четыре факта сообщает нам данный стих. Итак, этот стих свидетельствует о том, что во Вселенной есть два божественных существа. Есть Бог, Отец, нерожденный, безначальный, и есть Его родной Сын, который также является божественной личностью, несущей в себе все характеристики божества. И у Него также есть имя, вот о котором сообщается, упоминается, вернее, на который указывает этот текст. Следующий текст записан в первом послании к Фессалоникийцам, в первой главе, в 9 и в 10 текстах. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, эти тексты сообщают нам, что у Бога живого и истинного есть Сын, которого Он воскресил из мертвых, который явится за своим народом в определенное время. Следующий текст записан в первом послании апостола Петра, в первой главе, 3 стихе. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Этот текст также сообщает о том, что у Господа нашего Иисуса Христа есть Отец. Бог является Его Отцом. И, наверное, самый известный для каждого верующего христианина текст Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Итак, здесь опять сообщается, что Иисус – это Сын Бога. Не послал Бог Сына Своего. Здесь нет никакого указания на то, что Сын Божий – это понятие условное или метафорическое. Вот. И здесь также Сына Своего. И вот это слово «единородного», оно весьма важно, поскольку оно сообщает нам очень многое о том, кем является Сын Божий. Вот. Это слово, оно сообщает нам о том, что у Бога есть действительно родной
сын. И сегодня ходит много разных кривотолков относительно слова «единородный», вот, который используется в Евангелиях несколько раз по отношению к Сыну Божьему. И поэтому далее мы с вами рассмотрим это слово, изучим его и сделаем для себя соответственные выводы. Новый Завет неоднократно сообщает нам о том, что Христос есть единородный Сын Божий. Его единородство представлено как отличительная особенность, уникальность и неповторимость, благодаря чему Сын Божий представляет собой ни с кем не сравнимую личность во всей Вселенной. В связи с тем, что существует немало теологических спекуляций по поводу этого слова, я решил провести небольшое исследование. Значительная часть теологов, сторонников догмата о Троице, утверждают, что слово «единородный» «моногенез», сейчас мы его рассмотрим, означает только «единственный в своем роде». Но при этом они почему-то опускают основное значение этого слова, основанного на идее наследственности и буквального сыновства и дочеринства. В связи с этим я считаю, что нужно объективно рассмотреть этимологию данного слова. Итак, начнем со словарного определения. Вот это слово «моногенез» – единородный, единственный, и обратите внимание, в скобках «сын», «дочь». Это очень важный нюанс. Вот. То есть слово «моногенез» – это сложное слово, состоящее из двух греческих слов, как мы видим, да? Первое слово – это «монос», вот. Оно означает «один», «единственный» или «только один». Второе слово – это «генос». Оно указывает на происхождение и наследственность. Род, семья, племя, народ, родство, родовая принадлежность, приходиться родственником кому-либо, находиться в ближайшем родстве, отпрыск, потомок, потомство, класс, разновидность и разряд. Вот. Все эти данные – это комбинированные данные с разных словарей, греческо-русских словарей. Вышеизложенные данные и словари, которые я упомянул, это следующие. Значит, симфония Стронга, словари Дворецкого, Вейсмана, Ньюмана. Вот. Вот на основании этих данных я упомянул значение вот данных двух, данного слова двухкомпонентного, да, и вот каждого из компонентов. Итак, дорогие друзья, перед вами текст из книги «Бытие 1.11». Вот, вы, вот этот вот стих. Вот, «Да произведет земля зелень, сеющую семя, вот, по роду и по подобию ее». Да? Вот это слово «по роду». Здесь используется слово «генос». «Генос». И вот его значение. «Генос». Род, семья, племя, потомок, отпрыск, вид, класс, разряд. То есть, вот как раз-таки тут и передается вот эта идея, что, которая вот мы, которую мы видим и в нашем тексте, да, что вот это слово «генес», вот, оно происходит... несет в себе вот это значение, как я уже говорил, да, что значение, указывающее
на происхождение, на какую-то родовую особенность, на какой-то родовой класс. Вот. Это очень важно на это обратить внимание. Вот. А теперь еще хочу сказать вот об этом слове. Обратите внимание на тот факт, что все греческие слова, производные или однокоренные слову «генес», тесно связаны с идеей буквального рождения, генетического родства, генетической наследственности и происхождения, что видно из греческо-английского словаря Барклая Ньюмана. Сейчас я вам его покажу. Вот обратите внимание, вот это слово «генос», вот его значение «род», «семья», «родня», «племя», «народ», «потомки», «потомство», «род», «класс», «разновидность». И все слова однокоренные, да, вот эти все однокоренные, у них у всех вот эта вот идея рождения, происхождения, рождать, производить. То есть какой-то, как мы уже говорили, идея вот этой генетической наследственности и происхождения. Вот. И здесь также мы можем видеть. Вот. Происходить, родословная, генеалогия, да. Генесия – это день рождения, вообще празднование дня рождения. Генесис – это начало, происхождение, род, рождение, бытие, существование. Генете – это рождение. Вот. И все эти слова, они являются, дорогие друзья, однокоренными вот этому слову «генес». Вот. В двухкомпонентном слове «моногенез». И поэтому, друзья, это очень важно понимать, потому что сегодня сторонники догмата о Троице, они делают упор в этом слове только вот на вот первый компонент «моно», «монос», который означает «один», «единственный», «только один». И почему-то упускают вот это вот значение второго компонента этого слова, который тесно связан с идеей рождения, происхождения, генетического родства и так далее. Вот. И поэтому я как раз вам и показываю вот то, что упущено. И настолько упущено, что это просочилось в кровь христианского учения и фактически полностью переопределило библейское понятие данного слова. И именно по этой причине нам сегодня приходится вновь открывать для себя истинный смысл этого слова на основании словарей, и далее мы будем также рассматривать это слово, его использование в Библии. Некоторые защитники тринитарного богословия, чтобы лишить слово «моногенез» идеи буквального рождения, обращают внимание на корневую разницу в словах «генос». Вот. Вы видите, здесь одна буква «н». Вот. В словах «генос» и в слове «геннао», вернее, в глаголе «геннао», который имеет в корне две буквы «н». Вот эти вот две буквы «н». Они полагают, что двойное «н» в глаголе «геннао» указывает на то, что смысл корня «ген» с двумя «н» отличается от смысла корня «ген» с одним «н» в слове вот «генос», где только одна буква «н». По их мнению, слова, в которых используется корень с двумя «н», «ген», передает идею буквального рождения. А слова, в которых якобы используется корень «ген» с одним «н», как вы видите вот на экране, якобы категорически не содержат идеи буквального рождения. Вот. Однако это очень необъективный вывод или даже утверждение. Вот. И вот вышеизложенная фотокопия, которую мы с вами смотрели, да, авторитетного словаря, она полностью это опровергает.
И вот сейчас я вам ее заново покажу. Итак, теория, о которой я сказал, она не выдерживает элементарного сравнительного анализа. Вот посмотрите. Вот слова, вот глагол «геннао», да, видите, в его корне две буквы «н» – «рождать». Вот. «Геннема» – «геннема» – «порождение потомства». «Генесис» – «рождение», «генетос» – «рожденный», да, везде два «н». Но мы читаем «генете» – «рождение», одна буква «н». «Генема» – «порождение», «плод» тоже, видите, одна. «Генесис» – «начало происхождения и рождения». И «генесия» – «день рождения». Тут в корне только одна «н», но мы видим идею рождения. Следовательно, вот эта теория о том, что с двумя «н» это только о рождении, а это только о единстве, или там о каких-то других вещах, полностью потерпела крах при помощи вот этого простого сравнительного анализа. И вот чтобы вы убедились, вот прямо, вот он словарь, вот слово «геннао», видите, 2n, вот вы можете увидеть, я поближе сделал, 2n, рождать, производить на свет. И тут же мы видим, допустим, вот «генесия» с одним «н» и день рождения. «Генесис» – начало, род, рождения, да? «Генете» – рождение. То есть вот эта теория, она полностью путем вот этого вот сравнительного анализа, да, который мы с вами провели, она полностью оказалась несостоятельной. И эту теорию сегодня возвещают доктора богословия, вот, защищающие учение о Троице. Так, еще раз обращаю ваше внимание к этому слову. Значит, моногенез, оно является двухкомпонентным. Слово «моно» и слово «генез». Вот «генез» мы уже разобрали. А вот теперь «моно» здесь же, в этом же словаре. Вот слово «монос», вы можете видеть. Вот, сейчас, одну секунду. Вот оно. И вот его значение. Вот его значение, дорогие друзья. Единственный, один, только один, одинокий, один без кого-либо, лишенный кого-либо. Вот это основные значения данного слова. Слово, там есть еще и другие значения, вы можете их посмотреть. Я их не буду сейчас упоминать. Но основные значения, вот они, единственные. И вот что интересно, почему-то вот в этом слове «моногенез» современные теологи, сторонники догмата о Троице, они подчеркивают вот именно вот это значение. Они говорят, что «моногенез» означает только единственный, и упускают значение вот этого второго компонента этого слова «генез», которое как раз-таки делает это слово уникальным, несущим в себе идею рождения, происхождения и наследственности. Еще раз я хочу обратить ваше внимание на словарь Ньюмана. Обратите внимание на вот это слово «генесомай». Это слово, оно имеет в себе вот этот вот корень. Посмотрите, «генес» практически идентичный вот этому, значит, слову «генез». Видите, в слове «моногенез». «Генез» и смотрите сюда, и здесь тоже мы видим практически одно то же самое. «Генез». Вот. И учитывая вот это, вот нам нужно посмотреть значение этого слова. Это слово является формой будущего времени от слова «гиномай». Давайте посмотрим значение этого слова в двух древнегреческо-русских словарях. Итак, перед вами на экране древнегреческо-русский словарь Дворецкого. И вот это слово, вот, «гиномай», вы его видите. И сейчас мы посмотрим его значение. Значит, какие значения мы здесь видим?
рождаться, вот, происходить от кого-либо, новорожденный. Далее, о растениях также, рождаться, вырастать, расти, происходить, совершаться и так далее. То есть вы видите, что вот это слово, вот это слово имеет какие значения. Давайте посмотрим его значение в другом словаре также. Вот словарь Барклая Ньюмана, и здесь мы также видим вот это слово, и одно из значений также является рождение. Вот. И, как я уже сказал, в определенных формах времени это слово имеет почти тот же самый, ту же самую корневую основу, что и генез, являющийся частью слова моногенез, относящийся к откровению о Сыне Божьем, как о единородном Отчим. Следовательно, вот это слово моногенез, оно отражает следующие две идеи. Вот обратите внимание на экран. Первая идея – это уникальность. Значит, в него входит идея единственной в своем роде, неповторимой. То есть вот это слово моногенез, оно действительно вот несет в себе вот этот момент. Единственный в своем роде, неповторимый. Потому что в нем есть вот это слово моно, да, как мы с вами смотрели, единственный, один, только один, таких больше нет. Вот этот вот момент есть в этом слове, вот, моно. И поэтому, как бы вот первое значение, как я уже сказал, оно несет в себе вот этот вот момент, что это вот это значение, единственное в своем роде, неповторимое. Второе такое значение этого слова или идея этого слова в следующем: наследственность происхождения. Вот, и оно опирается на второй компонент этого слова, вот, генез, который мы с вами также рассматривали. И, значит, что сюда входит? Сюда входит принадлежащий к роду, порожденный от одной семьи, одного вида, одной природы, одной сущности. Таким образом, слово «моногенез» заключает в себе глубокое, труднопереводимое значение, передаваемое совокупностью следующих понятий: родной, единственный, неповторимый, самый дорогой и любимый. А теперь честно спросите себя, разве вышеизложенные значения хоть как-то противоречат понятию «единственный рожденный»? Или же они означают только уникального и единственного в своем роде, на чем настаивают сторонники догмата о Троице? Уважаемые слушатели, я осмелюсь утверждать, что там, где Священное Писание говорит о сыновстве или дочеринстве, там слово «моногенез» относится к единственным, рожденным, родным и поэтому неповторимым, самым дорогим и любимым для своих родителей детям. Вот. Как мы читаем в притчах, в 4 главе книги Притчи, в 3 стихе Соломон пишет: «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». То есть вот тут вот действительно как бы вот такой смысл, в общем, оно несет вот это слово «моногенез». Следовательно, учитывая вышеизложенное, можно заключить, что в тех случаях, где слово «единородный» «моногенез» используется по отношению к Иисусу Христу, оно говорит о его божественном происхождении и, соответственно, уникальности. Иисус уникален и неповторим тем, что Он единственный во Вселенной родной, я подчеркиваю, родной Сын Бога, принадлежащий к роду Отца,
несущий в себе его божественную наследственность, все его божественные качества и характеристики. В книге «Деяния апостолов» 8.33 апостол Павел сообщает нам: «В унижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит?» Род его кто изъяснит? И вот, вот это слово «род» – это греческое слово. Сейчас. Генея. Род происхождения, эталон, место происхождения, родина, род племя, рождение, отпрыск, потомок, потомство. Вот такое значение используется по отношению ко Христу: род его кто изъяснит. То есть это ссылка на пророка Исаию, и апостолы, видите, они подчеркивают, и действительно, кто изъяснит его род? Вот, допустим, род любого человека могут изъяснить, могут проследить генеалогию его, вот, и дойти до его предков. А род Христа, Сына Божьего, кто изъяснит? Он происходит от Бога высочайшего, невидимого, безначального. Кто может изъяснить его род? Понимаете? И поэтому как бы вот используется здесь вот это слово. И оно также очень близко по своему значению, по своей идее, вот, с идеей происхождения, наследственности, рождения. То есть тут все вместе в купе вот относится к Иисусу Христу. А сейчас мы рассмотрим это слово «моногенез» в симфонии Стронга. Вот. В симфонии Стронга мы находим следующие значения этому слову. Сейчас я вам их приведу. Обратите внимание на экран. Вот сайт, где мы видим симфония Стронга, вот слово «моногенез», его номер Стронга, и вот его значение. Значит, Стронг приводит следующее значение: «Only» – единственный, «Only» – begotten, единородный и «unique» – уникальный. Вот. Итак, обратите внимание, что среди прочего Стронг использует вот это значение «only begotten». А слово «begotten» в английском языке, оно означает, дословно переводится как «рожденный» или «порожденный на свет». Итак, давайте вот еще раз посмотрим на данные Стронга. Значит, «only» – это единственный, исключительный, «only begotten» – единородный, единственно рожденный, и «unique» – уникальный, единственный в своем роде, необыкновенный, замечательный. И вот слово «begotten», да, я вам сейчас покажу, как оно переводится. Вот, слово «begotten», варианты перевода, имя прилагательное, значит, «рожденный», «born», «begotten» и «порожденный». Его синонимы originated, begotten. Вот. Вот значение, которое лежит в основании слова моногенез. Вот, в основании вот этого слова, друзья мои. Как переводит именно Стронг, это один из авторитетнейших источников для вот, изучения смысла слов. Более детально объясняя слово «моногенез», Стронг на основании античной и церковной литературы, а также на основании Писания, показывает, что оно используется, я цитирую его, «в отношении к единственным сыновьям и дочерям у их родителей, не имеющим других братьев и сестер». Вот. И другие определения, которые Стронг дает, дополнительное, вернее, определение, которое Стронг дает этому слову. Значит, сейчас я вам их приведу.
Итак, one and only, дословно один и единственный, one of kind, дословно одного качества, вида, типа, рода, сорта, класса, породы, природы. Значение слова kind мы ниже рассмотрим. Значит, one или monos of class, одного класса, the only of its kind, единственный в своем роде. И далее значение слова kind. Вот как я здесь, да, one of kind. Значит, kind, если рассматривать его как имя существительное, имеет следующее значение. Вид, тип, разновидность, род, сорт, класс, порода, природа. Вот как бы вот такие значения дает Стронг по этому слову. Следовательно, друзья мои, слово «моногенез», помимо идеи единственности и уникальности, указывает еще и на происхождение и наследственность. Слово «моногенез» не исключает того, что сын одного рода с отцом, одной природы с отцом, можно сказать, однородный с ним, одной породы, одного вида, типа, сорта и класса, то есть одной сущности с Богом Отцом. Это находится в полной гармонии с идеей буквального происхождения и наследственности. Ведь наши дети, они также, рождаясь от нас, они одного класса, вида, типа, сорта, породы, природы и так далее, да, с нами. Вот. Вышеизложенное подтверждается также и в словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка Чудинова, АН, 1910 года, где дается интересный перевод производного от «моногенез» слова «моногенный». Сейчас я вам его представлю. Вот значение, значит, слова «моногенный», да? Моногенетический, моногенный. Этимология слова «моногенезис», происходящий от одного рода или племени однородный. Происходящий от одного рода или племени однородный. Как я говорил, это источник словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка Чудинова 1910 года. Итак, друзья мои, значит, вот возвращаясь, значит, к нашему слову «моногенез», исходя из вот вышеупомянутых данных, вот, на основании них можно заключить, что слово «единородный» указывает также и на единоприродность, как наследственность. Единородным Богу существом может быть только тот, кто обладает одной и той же природой с ним, кто имеет сущностное происхождение от Бога. Именно в этом и заключается уникальность единородного. Понимаете? Вот. Следовательно, толкуя слово «единородный», «моногенез», в отрыве от присущего ему значения наследственности и единоприродности, от буквального происхождения, богословы делают непоправимую ошибку. Чтобы ее избежать, некоторые авторитетные греческо-русские словари добавляют к значению слова «моногенез» дополнительные уточняющие слова «сын», «дочь». Вот как мы видим, допустим, в словаре Вейсмана. Да, вот видите, «моногенез» – единородный, единственный, он в скобках добавляет «сын», «дочь». Вот. Это очень важный момент. То же самое мы видим и в словах, вот, допустим, в словаре Дворецкого. Вот сейчас мы с вами, я вам его... Вот обратите внимание. Словарь Дворецкого, он также показывает. Вот «моногенез» – единородный, единственный, «пайс текнон».
Вот. Пайс и текнон, эти слова переводятся как ребенок, дитя, порождение, плод. То есть вот это вот пояснение, оно очень важно. Оно показывает, что в основе понимания вот данного слова моногенез, да, вот эти два слова, вот эти уточнения, они показывают, что в основе этого слова лежит идея буквального сыновства или дочеринства, а значит, друзья, идея рождения. Следовательно, когда речь идет о сыновстве и дочеринстве, чтобы корректно перевести слово «моногенез», необходимо не выпускать из виду словосочетание «у родителей», вот, или слово «сын», «дочь», как это было показано выше. Вот. Итак, моногенез – это моногенез – это единственный у родителей сын, уникальный сын, единственный в своем роде сын, родной сын, наиболее дорогой и нежно любимый родителями сын. Вот. И обращаю ваше внимание на это слово «моногенез». Я хочу сказать, что только в таком смысле должны пониматься приводимые словарями определения слова «моногенез», когда речь идет о сыновстве и о дочеринстве. Вопрос, на который тринитарная теология не имеет ответа. Вот, учитывая вышеизложенные данные, возникает справедливый вопрос. На каком основании сторонники доктрины о Троице утверждают о единосущности сына с отцом, если они в то же самое время полностью, либо частично отвергают буквальное, предвечное, завершенное рождение сына от отца? На чем тогда основано единородство, или, как они говорят, единосущность, уникальность и единство Христа с отцом? На каком основании отец и сын имеют общие божественные характеристики, качества, свойства и природу? Ответа на этот вопрос в тринитарной теологии нет, ибо она отвергает саму основу единосущности сына с отцом, а именно тот факт, что в основании слова «моногенез» лежит идея о буквальном сыновстве, происхождении и наследственности. То есть они фактически, их вот утверждение о том, что отец и сын имеют одну сущность, оно повешено ни на чем. Вот. Оно основано ни на чем. А библейское учение о том, что отец и сын имеют одну природу, одну сущность, основано на вот как раз вот этом, вот этой идее, что сын произошел от отца, он его истинный сын, и поэтому он является истинно божественным существом. Другими словами, поэтому, допустим, апостол Фома признал Иисуса Христа: «Господь мой и Бог мой». Вот. И поэтому христиане переводили текст Иоанна 1:18 в некоторых переводах как «единородный Бог». Теперь мы с вами поговорим о том, как слово «моногенез» использовалось в Ветхом Завете. И здесь нам придется обращаться к греческому переводу Ветхого Завета, который называется «септуагинта». «Септуагинта» в переводе означает, происходит от слова «70» на греческом языке, указывая на то, что этот перевод осуществили 70 благочестивых мужей в III веке до Рождества Христова. Апостолы, ученики Иисуса Христа, они очень часто ссылались на Септуагинту, когда писали свои послания, а также Евангелие. Вот. И вот создатели Септуагинты, они использовали греческое слово «моногенез» для перевода еврейского слова «ехид». «Яхид». Вот. Комбинированный перевод которого, допустим, программа Bible Zoom, дает следующий: единственный, единородный,
ну, в женском роде единственная или же одинокий. Сейчас я вам продемонстрирую этот перевод. Вот значение этого слова «яхид». Вот, единственный, единородный, в женском роде единственная, ну, то есть душа, одинокий. Вот такое значение этого слова. И часто переводчики септуагинты, они вот это слово «яхид», «яхид», да, переводили словом «моногенез» на греческий язык. И именно по этой причине я вам показываю значение этого слова. Далее мы разберем его немножко более подробнее. Итак, слово «яхид» используется в Ветхом Завете 12 раз. И вот вы видите вот эти тексты, где оно используется. Если более детально рассмотреть их, то можно сказать, что из них в четырех случаях еврейское слово «яхид» переводится греческим «моногенез». Это в Судии 11.34, где речь идет о дочери Иефая, и сказано, она была у него только одна, моногенез. Псалом 21.21, где сказано, избавь душу мою, одинокую мою, моногенез. Псалом 24.16, я одинок и угнетен. Псалом 34.17, отведи душу мою, одинокую, моногенез мою. Вот. В остальных случаях яхид переводится греческим словом агапатос, возлюбленный, агапатон, нежно любимый. И, значит, это в следующих текстах. Ну, давайте сначала вот это вот я хотел прокомментировать. Так, обратите внимание, что хотя здесь вот передается только одна, да, но тем не менее она была его дочь. Не забывайте про это. Душа, она тоже как одинокая, но душа – это часть сущности твоей. Да? То есть душа – это фактически ты, это твой организм, это весь ты, как существо. Вот. Я одинок, ну тут передается идея одиночества. Вот. И отведи душу мою, одинокую мою, от каких-то проблем, то тоже передается идея одиночества. То есть слово «моногенез», оно переводилось со слова «яхид» в данном случае, и оно наполовину относится, передает идею одиночества и также относится к действительно рожденным людям, которые также являются единственными для своих родителей. Значит, в остальных случаях яхид переводится словом агапатос. И вот, например, Бытие 22.2. Ну вот, давайте посмотрим. Вот. Бог, и было после сих дней, Бог искушал Авраама и сказал Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, принеси его в жертву. Да? Вот. И вот здесь, если мы посмотрим этот текст в оригинале, именно в Септуагинте, да, то тут то, что здесь, допустим, переведено как единственного твоего, да, единственного, в оригинале стоит слово агапатон. Вот это слово. Агапатон, которое переводится как «любимого». Вот, ну, сейчас мы с вами его еще кликнем на него и посмотрим его значение в информативном окне. Вот, сейчас. Ой. Вот, обратите внимание. Агапатос, возлюбленный, любимый, дорогой. Да? То есть вот именно в этом смысле здесь используется слово «моногенез», переведенное со слова «яхид». Вот. Конечно, оно несет в себе идею единственности, но не только единственность, это далеко не единственный смысл этого слова. Потому что
агапатус, оно имеет действительно, передает, добавляет больше колорита этому, этому слову, дорогие друзья. Вот далее. Значит, любимого, да, вот в этом стихе. Потом в притче 4.3. Нежно любимый, в синодальном единственный, мы с вами читали уже этот текст, в книге Иеремии 6.26. Возлюбленный, любимый, дорогой, слово «ехид» переводится. Вот. У Амоса 8.10. Агапатус, тоже возлюбленный, любимый, дорогой. И у Захарии, возлюбленный, любимый, дорогой. Итак, друзья мои, выводы какие мы можем сделать? Выводы мы можем сделать следующие, что в тех стихах, где еврейское «ехид» переводится греческим словом «моногенез», они означают единственных, буквальных, родных и возлюбленных детей у их родителей. То есть ехид моногенез в этих случаях подчеркивает единственность буквально рожденных с точки зрения их родителей. Помните дочь Ефая, да? Подчеркивается ее единственность, единственность буквально рожденная с точки зрения родителя. Вот. И поэтому для Ефая это было так трудно и такая трагедия была. Далее. Передают идею одиночества, единственности. Дети без братьев и сестер, человек без друзей и доброжелателей. И во всех случаях ехид моногенез или только ехид относится к чему-то, обратите внимание, единственному, родному по природе, близкому, личному, внутреннему, душа, да, вот, дорогому и любимому, как собственный ребенок, собственная душа. Вот такой анализ мы можем сделать, вот исходя из этих слов. Но сторонники доктрины о Троице, они из всего этого колорита, они берут только идею единственности, что является очень узким толкованием данного слова, которое упускает много других штрихов и особенностей этого слова. Так что, дорогие друзья, еврейское слово «ехид» и греческое слово «моногенез», они были, они вообще являются связанными друг с другом по смыслу, на что и обратили внимание переводчики септуагинты. Вот. И поэтому прилежный исследователь слова «моногенез» не может пройти мимо того факта, что во многих вышеизложенных текстах «ехид» переводится греческим агапатос, то есть возлюбленный, любимый, дорогой, вот, нежно любимый, что безусловно расширяет и углубляет смысл греческого слова моногенез, особенно когда мы исследуем его на предмет буквального сыновства и дочеринства. Я полагаю, дорогие друзья, что большинство вышеизложенных значений и употребление еврейского слова «ехид» не противоречит идее буквального рождения, а напротив, усиливают его или же утверждаются на этой идее. Использование слова «моногенез» в Новом Завете. Следует отметить, что изучаемое нами греческое слово «моногенез» – «единородный» употребляется в Новом Завете 9 раз, но только в 5 из них и всегда в произведениях, что интересно, апостола Иоанна, относится к Иисусу. Вот. Это в Евангелии от Иоанна 1.14, 1.18, 3 глава 16 и 18 стихи, а также в первом послании Иоанна в 4 главе 9 стихе. В 4 остальных случаях оно используется к сыну или дочери своих родителей. Это Луки 7.12, 8.42, 9.38, а также Евреям 11.17. В 3 из
вот этих вот случаев, когда к детям, и к сыну, или к дочери своих родителей, да, это слово используется. Вот в трех из этих текстов слово «моногенез» относится к единственному сыну или дочери. И чтобы понять смысл слова «моногенез», когда оно применяется к Иисусу Христу, необходимо сначала изучить то, в каком смысле оно употребляется не по отношению к Иисусу Христу. В связи с этим мы рассмотрим четыре упомянутых текста. Итак, обратите внимание на экран. Чтобы не открывать каждый текст Писания, вот все эти тексты мы подробно сейчас один за другим рассмотрим. Итак, Луки 7:12. «Когда же приблизился он к воротам города, вот выносили умершего сына единственного, моногенез, у матери своей, а она была вдова, и толпа городская многочисленная была с ней». Вот здесь синодальные переводчики перевели «единственного», но, тем не менее, нет никакого указания на то, что моногенез здесь означает что-либо другое, кроме единственного рожденного. Да? Ведь сын у этой матери, да, у этой вдовы, он же ее рожденный был, он был одной породы, он был ее природы, вернее, ее рода, ну, короче, ее родной сын, одним словом. И в то же самое время единственный. Поэтому передается слово «моногенез». Далее, следующий стих, Луки 8:42. Это касается к дочери Иаира. «Потому что дочь единственная моногенез была у него около лет 12, и она умерла». И здесь также нет никакого указания на то, что моногенез означает что-либо, кроме единственно рожденного ребенка. Это дочь Иаира. Она была его родной, его родным ребенком. И больше у него детей не было. Вот. И вот у Бога тоже так же. У него только один сын родной. Больше у него вот таких сыновей нету в таком качестве. Луки 9:38. Значит, это третье использование относится к одержимому бесам, который был сыном одного человека. Значит, и вот мужчина из толпы возопил, говоря: «Учитель, прошу тебя, взгляни на сына моего, потому что он единственный моногенез у меня». И здесь также моногенез означает единственно рожденного ребенка. Вот. То есть вот эти три текста, которые мы с вами сейчас рассмотрели, во всех случаях, несмотря на то, что дети были единственными, все-таки это были рожденными от своих родителей существа. Да? И поэтому они являются родными. И слово «единственный», хотя и передает смысл этого слова, но не единственный его смысл. Понимаете? Там слово «моногенез», оно включает в себя гораздо более глубокий и гораздо больше колорита и больше штрихов, которые переводчики не учли. А вот следующий стих, он имеет некоторое отличие от трех предыдущих. Значит, «верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование принести единородного, моногенез, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя». В отличие от первых трех текстов, тут слово «моногенез» не используется к единственному рожденному ребенку. Исаак не был единственным рожденным и даже не был старшим. Хотя Исаак был родным сыном Авраама, все же он не был единственным. И это важный момент, мы об этом поговорим чуть ниже. Этот текст нуждается в дополнительном рассмотрении, которое мы проведем в следующем параграфе. А пока подведем итоги по трем вышеизложенным текстам. Давайте подведем итоги. Значит, что эти тексты нам сказали? Итак, во всех четырех вышеизложенных случаях
Слово «моногенез» означает буквально рожденного ребенка у родителей. Дочь Яира, сын, вот бесноватый сын своего отца, умерший сын у вдовы, а также Исаак у Авраама. Все они были буквальными, не метафорическими, не символическими, не условными, а именно буквальными детьми своих родителей. В трех случаях слово «моногенез» употребляется по отношению к единственному ребенку, а во всех четырех случаях слово «моногенез» указывает на нечто родное и поэтому особенно дорогое и любимое для родителей. Вот имейте в виду, будем иметь в виду эти значения, прежде чем мы рассмотрим следующие тексты. Следовательно, во всех вышеизложенных текстах мы видим, что слово «моногенез» тесно связано с идеей буквального рождения и буквального сыновства. Ни в одном рассмотренном выше случае моногенез не используется символично, друзья. Ни в одном случае оно не связано с метафорическим сыновством. Вот. Напротив, когда речь идет о сыновстве или о дочеринстве, слово «моногенез» всегда, я подчеркиваю, всегда используется в отношении к буквальным детям своих родителей. Вот. А теперь давайте подумаем о Христе. Что вышеизложенные выводы говорят нам о единородстве Христа? В каком смысле моногенез используется по отношению к Сыну Божьему? Итак, первый вывод, который мы можем сделать, заключается в следующем. Христос – буквальный Сын у Бога Отца. Установленные выше факты однозначно свидетельствуют против теории символического или метафорического сыновства Христа. Поэтому в Новом Завете он назван истинным Сыном Бога. 1 Иоанна 5:20. Это первый вывод. Второй вывод, который мы можем с вами сделать, заключается в следующем. Христос является родным Сыном и поэтому особенно дорогим и любимым для Бога Отца. Так же, как и в вышеизложенных случаях. Вот, когда это слово употреблялось по отношению к единственным детям, которых любили. Даже если и не единственные дети, то все равно каждый из них для своих родителей единственный и уникальный. Но Христос является единственным для своего Отца, родным Сыном, и поэтому особенно дорогим и любимым для Него. Третий вывод. Слово «моногенез», применяемое ко Христу, не только указывает на Его единственность и уникальность, но и объясняет причину, по которой Он единственный и уникальный для Бога, ведя нас к пониманию Его происхождения и буквального сыновства от Отца. То есть, почему Он единственный и уникальный? Потому что Он родной, родной Сын Бога. Его буквальное происхождение и буквальное сыновство от Отца объясняет причину Его единственности и уникальности. И вот в этом смысл слова «моногенез». Следующий, четвертый вывод о Христе заключается в том, что так как применительно к Христу слово «моногенез» используется вместе со словом «сын», и вы знаете тексты, да, Иоанна 3, 3:16, 18, 1 Иоанна 4:9, то, учитывая все вышеизложенное, слово «моногенез» следует понимать как указание на наличие единственного родного Сына у Бога,
уникального и неповторимого своим происхождением и поэтому горячо любимого им. А теперь, как я обещал выше, мы с вами рассмотрим более подробно текст из Евреям 11:17-18, где речь идет об Исааке. Предвидя возражение о том, что Исаак не был единственным, а также первым сыном Авраама, вот, я хочу дать следующий ответ. То есть тринитарии, они в данном случае говорят, что вот видите, слово «единородный» употреблено к Исааку. Но Исаак же не был единственным и старшим сыном Авраама. Вот. Следовательно, вот слово «единородный» нельзя понимать как рожденный. Какие-то вот такие выводы очень несоответственные Писанию. Ну, давайте поразмышляем, давайте дадим ответ и на это утверждение, вернее, возражение. Итак, первое. Хотя все дети Авраама были родными ему, вот, я подчеркиваю вот этот момент, но только все же только Исаак был единственным в своем роде, уникальным и неповторимым по той причине, что только он был дитем обетования и буквального чуда. Вот. Вот здесь мы читаем. «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, вот, о котором было сказано, во Исааке наречется тебе семя». Вот. Видите? И об этом же мы с вами можем прочесть и в книге Бытия, 21 главе, вот, 11, с 11 стиха. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Тут речь идет об Измаиле. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся гласа ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Вот. Исаака он называет сыном Авраама, а вот Измаила почему-то сын рабыни в данном случае. А вот именно в Исааке наречется семя. Вот на это и ссылается апостол Павел. Вот. То есть, если первый родной сын Авраама должен был быть рожден по Слову Божьему, согласно его обетованию. Это было очень важно. Вот, важно для того, чтобы будущие поколения, изучая историю Авраама и Исаака, смогли бы глубже постичь истину о единородном возлюбленном Сыне Божьем. Вот. Но при этом я хочу сказать, что все дети Авраама, в том числе и Измаил, вот, они тоже были его родными сыновьями. Вот тут сказано, потому что он семя твое. Да? То есть, если посмотреть на слово моногенез с точки зрения родителя, то вне зависимости от количества детей, любой из них в каком-то смысле является для него единородным, то есть родным, единственным, неповторимым, уникальным, горячо любимым. Но только в Исааке наречется семя. Вот. И мы знаем из истории Авраама, что именно Исаак должен был быть первым родным сыном Авраама. Но так не случилось, мы это дальше поразмышляем над этим. Вот. Но это было очень важно для, я повторяю, для будущих поколений, которые будут изучать историю Авраама и Исаака, вот, изучая ее, чтобы они смогли бы глубже постичь истину о единородном возлюбленном Сыне Божьем. Вот. Следующий вывод, который я хочу сказать. Значит, но, к сожалению, в истории Авраама образ Сына Божия был несколько нарушен. Авраам допустил неверие и ошибку, в результате чего первым родным сыном у него родился Измаил,
как вот тут он назван, да, сын рабыни. Сын рабыни. Вот. И которого по замыслу Божьему не должно было быть вообще. Своим действием Авраам исказил образ Сына Божьего, вот, который был предназначен Иисаку. Но все же Писание употребляет слово «моногенез» применительно к Иисаку. Вот, как мы читали, как мы видим вот здесь, вот, да, у апостола Павла. Именно применительно к Исааку, хотя он уже и не был ни единственным и не первым сыном Авраама. И вы знаете, дорогие друзья, это даже еще более подтверждает те выводы, которые мы делаем по слову «моногенез». Это весьма примечательный факт. Выходит, что слово «моногенез» не сфокусировано исключительно на идее единственности, как это пытается представить современное тринитарное богословие. На всех вышеизложенных примерах, в которых употребляется слово «моногенез», мы видим, что единородными могут быть как единственные дети у родителей, так и не единственные, как в данном случае. Да? Вот. Они могут быть уникальными или не уникальными. Однако, дорогие друзья, всегда и везде они будут родными и буквально рожденными. Вот первичное значение слова «моногенез». Видите, Исаак тут не является единственным и даже не старшим, но он является родным и буквально рожденным. И вот это слово, поэтому вот это слово, оно здесь используется. Вот. Для нас важно увидеть, что в данной истории моногенез никак не противоречит идее о буквальном рождении и буквальном сыновстве. Вот. Исаак не был метафорическим или символическим сыном Авраама. Ведь так же он был действительно родным, а значит буквальным его сыном. Это очень важно понимать, когда мы изучаем истину о единородстве Христа. Вот. Далее, следующий пункт нашего ответа на это возражение. Исаак был единородным Аврааму еще и по той причине, что он был единственным родным сыном у его законной жены Сары, что видно из Бытие 21:10. Вот давайте. Вот. 21 глава книги Бытия. «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Иисаком». И дальше Господь тоже называет его сыном рабыни. И вот это очень интересный момент. Следовательно, Исаак был единородным для Авраама через Сару. Другими словами, в семье Авраама и Сары Исаак был единственным рожденным, единственным родным сыном. И вот в этом смысле также мы можем понимать, почему здесь используется слово «единородный» по отношению к Исааку, вот, в котором должно было быть наречено семя. Вот. Далее, следующий пункт нашего ответа на это возражение. Верую, вот мы читаем в 18 стихе, да, в котором, в Исааке, в котором наречется семя. Ну, давайте еще раз. Верую, Авраам, будучи искушаем, вот, будучи искушаем, принес жертву. Принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Вот.
И вот этот момент, что в Исааке наречется тебе семя, он также является ключевым. Вот. Изучаемый нами текст поясняет единородство Исаака словами. В Исааке наречется тебе семя. То есть вот это вот единородство, которое вот здесь вот говорится, оно поясняется вот этими словами. В Исааке наречется тебе семя. Вот. Следовательно, моногенез или единородный – это тот, в ком осуществляется продолжение фамильного рода. То есть в Исааке тебе семя наречется, то есть он будет продолжать твой фамильный род. Вот. Это тот, по чьей линии развивается родовая генеалогия. Или, как в случае с Авраамом, генеалогия Христа и детей Божьих. И не все дети Авраама, которые от семени его, но, как сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Вот. Например, в Бытие в 5 главе, вот, давайте на нее сверху посмотрим, значит, показана генеалогия Адама без упоминания в ней Каина и Авеля по определенным объективным причинам. Вот. Генеалогия Адама в Бытие 5 главе фактически является генеалогией Христа, если ее сравнить с Евангелием от Луки 3 глава с 23 по 38 стих. Вот. То есть там прослеживается генеалогия Христа вот до сюда, до 5 главы книги Бытия. Она подчеркнуто ведется через линию Сифа. Да? То есть Адам родил сына по подобию своему, по образу своему, нарек ему имя Сиф. Вот. Это подчеркнуто сделано, друзья мои. То есть кстати, учтите то, что Сив был третьим по счету сыном Адама и Евы. Он не был первым, а именно третьим после Каина и Авеля. Следовательно, Сив получил статус первородного и единственного в своем роде или единородного сына Адама, ибо он наиболее полно отражал образ Сына Божьего. Так как у Адама и у Авраама было много детей, вот, что видно из сообщений библейских, вот, и все они были родными для них, то есть единородными, то для отображения полноты истины о единородстве Христа необходимо было подчеркнуть уникальные качества того, кто более других обладал, вот, соответствовал, вернее, образу Сына Божьего. И тут на первый план выступает понятие старшинства и духовности, то есть институт первородства. Противоречит ли он идее буквального рождения сыновства? Абсолютно нет. Напротив, в основании понятия первородства и единородства лежит всегда идея буквального сыновства, рождения и наследственности. Вот такой ответ мы можем дать на вот возражение по поводу Исаака, что он назван единородным, и при этом он не был старшим, вот, в семье Авраама, а также единственным сыном. И этот факт еще более подчеркивает, что в основании слова единородство все-таки лежит не идея единственности, хотя она тоже есть, но
в ней также лежит и, скорее всего, более в основном значении идея наследственности, идея родства. Вот. Итак, дорогие друзья, почему же авторы Нового Завета использовали именно слово «моногенез» и никакое другое слово? Это очень важный вопрос. «Моногенез» – это единственное слово в греческом языке, которое наиболее полно отображает истину о Сыне Божьем и его отношений с Богом Отцом. В основе понимания данного слова, вот из того, что мы узнали уже, да, лежит не только идея единственности и уникальности, но также идея родства, наследственности и буквального сыновства, а значит, идея рождения. Именно идея рождения делает Христа родным Сыном Божьим, единственным и горячо любимым Своим Отцом. Я убежден, что более точный перевод слова «моногенез» по отношению ко Христу как к Сыну Божьему, в частности, например, в Иоанна 3:16, будет русское слово «родной». Не единственный, хотя это тоже относится к данному слову, но все-таки более точный, на мой взгляд, перевод этого слова был бы «родной». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал родного Сына Своего». Вот задумайтесь над этим. Слово «родной» включает в себя много разных смысловых оттенков. Идею единственности и уникальности, идею родства, идею любви, идею сыновства. Если же мы сконцентрируемся только на одном из указанных выше значений, то боюсь, что результатом этого будет крайность. Однако слово «родной» имеет достаточно широкий и богатый смысловой охват и оттенки все. И по смыслу наиболее подходит для перевода слова «моногенез». Вот. А теперь я еще хочу добавить следующее, что в ответ на, опять-таки, тринитарное богословие этого слова, которое сконцентрировано на идее единственности. Если бы авторы Нового Завета хотели бы передать только идею единственности Христа и его неповторимости, не связывая это с идеей буквального происхождения и сыновства, тогда они должны были бы использовать другое слово. Например, просто слово «монос», вот, которое в начале, которое вот оно, да? Вот, просто слово «монос», а не «моногенез», вот без вот этого «генез», просто слово «монос». Вот давайте посмотрим его значение. Вот, «монос» – единственный, один, только один. Вот, одинокий, один без кого-либо или лишенный кого-либо. Вот слово «монос», оно как раз-таки вот передало бы вот это значение, на котором сегодня настаивают сторонники доктрины о Троице. Но апостол Иоанн, он решил это слово не использовать. Вернее, он его использовал, но в сочетании с другим словом «генез», «моно». Генез, двухкомпонентное слово, для того, чтобы передать вместе со словом единственности, передать и идею родства, единородности сына с отцом. И это, друзья мои, очень-очень важный факт. Однако неоднократное использование именно слово «моногенез», друзья мои, именно вот этого слова, вот, по отношению к Иисусу Христу, не оставляет тринитарному богословию никакого шанса
и даже право настаивать на том, что теология, отвергающая буквальное предвечное сыновство Христа и его неповторимое происхождение от Бога, основана на Библии. На буквальное сыновство Христа с Богом Отцом указывает также и его обращение к Богу как к родному Отцу – Авва. Вот, как вы видите вот в данном тексте – Авва Отче. Это записано в Евангелии от Марка, 14 глава, 36 стих. Вот. В связи с этим необходимо уделить внимание рассмотрению этого обращения. Данное слово «Авва» встречается в Новом Завете трижды. Вот тут, в Евангелии от Марка, 14 глава, 36 стих. Также в послании к римлянам, 8 главе, 15 стихе. Также в послании к галатам, 4 глава, 6 стих. Абсолютная новизна и неповторимость обращения к Богу, «Авва», в молитвах Иисуса показывают, что оно выражает его истинное положение перед Богом, как его родного сына. Он говорит с Богом, как ребенок со своим отцом, доверчиво, ощущая его заботу, и в то же время почтительно и с готовностью к послушанию. Вот это слово «Авва», вот, оно является для Иисуса святым. Еще также нужно заметить, что обращение «Авва» означало близкие отношения и происходит из детской речи. Можно сказать «папочка». Некоторые исследователи утверждают, что позже слово «Авва» перестали использовать даже в литургической практике, так как неловко было использовать его из-за вот такого необычного значения, необычной значимости, ибо слово это было очень семейным, исключительно таким личным сыновьим обращением к отцу. Следовательно, дорогие друзья, сейчас важный вывод нужно сделать. Если слово «моногенез» – «единородный» указывает на Христа как на родного Сына Бога, то слово «Авва» оно указывает на Бога, как на родного отца для Христа. Можно сказать, папу. Вот это тоже очень важный аргумент, на который многие не обращают внимания, но он также подтверждает буквальное сыновство Иисуса Христа от Бога Отца. Уникальность и неповторимость Христа заключается в Его именно единородстве от Отца. Он единственный во всей Вселенной, рожденный родной Сын Божий, точный образ Отца в характере, в природе, в силе и в славе. И именно вот это значение и подчеркивает слово «моногенез». Ниже мы прочтем несколько текстов, вернее, группу текстов. Вот. Читая их, обратите внимание на то, в чем состоит уникальность Христа, характеризующая только Его и более никого, отличающая Его от всего остального, делающая Его единственным в своем роде, уникальным, неподражаемым, ни с чем несравнимым. Послание к евреям. «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты, Сын мой, я ныне родил тебя?» Хотя ангелы тоже сыны Божии, но не в том смысле, в котором им является Христос. И вот определяет вот это слово «я родил тебя». То есть он рожденный Сын Божий. Далее. Второе послание апостола Иоанна, 3 стих. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и в любви.
Вот. То есть уникальность в чем? Что Он Сын Отчий. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, как единородного, моногенез, от Отца. Вот в чем Его слава. Поэтому Он и обладал славой Отца. Вот. Следующий текст, который мы уже рассматривали, но еще раз прочтем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Вот этот стих, он важен, друзья мои. Обратите внимание, здесь сказано, что мы должны уверовать во имя именно Единородного Сына. Мы должны понять, что Он Единородный Сын Божий. Если мы этого не поймем, к сожалению, мы уже будем осуждены только из-за того, что мы отвергаем, что Иисус – это истинный Единородный Сын Божий. Вот. А верующий в то, что Христос истинный, родной, любимый Сын Отца, он уже не судится. Это так важно для Отца, друзья мои, вот обратите внимание, что вот Господь говорит, что этот человек даже не будет судим. Вот. Хорошо. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего. Вот. Чтобы мы получили жизнь через Него. Послание Галатам. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Вот. Послание, второе послание апостола Петра. Ибо Он, Христос, принял от Бога Отца честь, славу и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас. Сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. Разве мы видим во всех этих словах указание на то, что Христос символический или условный Сын? Здесь везде, везде подчеркивается, что Он является именно родным Его Сыном. Именно это составляет основу Евангелия. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 тексты. «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот. Ну и основной текст. «Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога живого». И далее Христос говорит, на этом камне я создам церковь мою. То есть истина о том, что Христос Сын Бога Живого, это фундаментальная истина. Это основание всего христианства. Без этой веры христианство не существует. Христианство превращается просто в систему веры или в систему философии. Псалом 109:3. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Это также о Сыне Божьем. Итак, дорогие друзья, что говорят вышеизложенные библейские тексты об уникальности Христа? Они говорят следующее. Иисус является Сыном Божьим в таком смысле, который неприменим ни к кому иному, даже к верным Богу. Он единственный родной Сын Бога во Вселенной и поэтому горячо любимый Своим Отцом. Поэтому апостол Иоанн привлекает наше внимание именно к этой уникальной и неповторимой особенности сыновства Христа, называя Его Единородным, моногенез, Сыном Отчим. Жизнь для спасения дана нам Богом в Его Единородном Сыне. Евангелие обретает особую ценность, когда мы начинаем понимать то,
кем именно является Христос для Бога Отца. Понимая, что Христос является единственным родным и возлюбленным Сыном Отчим, мы начинаем постигать величину любви, которую Бог испытывает к нам, ибо Он отдал самое дорогое, что было у Него ради нашего спасения. Безграничность любви Божией к Своему единственному, родному, единородному Сыну показывает Его безграничную любовь к нам. Сейчас, дорогие друзья, я хотел бы с вами рассмотреть вот этот отрывок, записанный в первом послании апостола Иоанна, в 5 главе, с 10 по 13 стих. Даже с 9 можно читать. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, ибо неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Давайте проанализируем. Итак, здесь сказано, что свидетельство Божие больше. То есть, если мы принимаем свидетельство людей, да, то есть нам кто-то что-то говорит, мы слушаем телевизор, мы там кому-то в чем-то верим, но Иоанн говорит, но свидетельство Божие больше всего и выше всего. А единственное свидетельство, которое Бог послал этому миру, заключается в свидетельстве о Его Сыне, вот, которому Он свидетельствовал о Сыне Своем. Далее, в 10 стихе Иоанн говорит, если мы принимаем, вернее, если мы верим в Сына Божия, да, то мы, следовательно, принимаем Божие свидетельство.
в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Посмотрите, сколько раз Иоанн свидетельствует, что Иисус – это Сын Божий. Почему? Потому что это основа, это камень, на котором основана церковь. Я умоляю вас, друзья мои, поверьте, что Иисус – это Сын Божий. Примите Его как родного, единородного Божьего Сына. Только понимая, что Христос является предвечным, родным Сыном Бога, вы можете понять глубину любви Божией. Отвергая буквальное сыновство Христа от Отца, человек слепнет по отношению к великой любви Божией, явленной во Христе. Просто задумайтесь, друзья, Бог отдал Своего единородного родного Сына на смерть, чтобы спасти нас. Что побудило Бога принести такую жертву? Подумайте, какова Его любовь? Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. А философское учение о Троице о чем говорит? Оно говорит, что не Бог Сына Своего отдал, а Бог отдал кого? Кем является Христос для Отца, согласно учению о Троице? Он является для Него кем угодно, но только не родным Сыном. Назовите Его товарищем, компаньоном, я не знаю, другом. И как тогда будет звучать текст Иоанна 3:16? Бог отдал Бога Своего, или как? Или Бог, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал товарища Своего? Вы понимаете, как все извращается, когда мы отвергаем вот это свидетельство Божие о том, что Христос есть истинный единородный Сын Божий? Философское учение о Троице, оно не способно передать эту великую любовь Бога к человечеству. Согласно Троице, Отец, не Отец отдал Сына, я повторяю, Своего, а Бог отдал Бога, или друг отдал друга, или товарищ отдал товарища Своего. Это ужасное языческое представление о Боге затмило разум у многих людей, исповедующих тринитаризм. Но истинное Евангелие, оно передает в простоте всю красоту и глубину любви Божией на языке нашей жизни, так что ее способен понять даже ребенок. Ибо все мы дети, и по этой причине мы можем понять Сына Божьего. Ведь мы все дети у своих родителей. Также большинство из нас, кто уже взрослые, да, ну, у кого-то, может быть, жизнь так сложилась, нет, но все-таки большинство являются родителями, либо будем ими в будущем. И по этой причине мы можем понять Бога Отца. Когда мы начинаем осознавать, что Бог является действительно Отцом Христу, тогда нам начинает приоткрываться величие той жертвы, которую Отец принес за нас, и глубину той любви, которую Он явил нам. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Да откроет Отец Небесный наши глаза к принятию Его возлюбленного единородного Сына. Аминь. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего
отдал, дана смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Ранами Его исцелился Ты, проклятия Твои Он понес на себе, Он открыл Тебе дорогу к вечности. О, гвозди в Его руках дали свободу Тебе. Свободу Тебе. Как овца ведет орлы на убийство, и как огнец он безгласен был. Люди думали, что он был Богом уничижен, но взял на себя наши немощи. Он понес грехи наши на себе. Он страдал, потому что любил людей, был распят на кресте. Но на третий день воскрес, Он не умер, Он жив, Он победил смерть. Победил. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Сына Своего отдал, дана смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Вечную жизнь, вечную жизнь, вечную.